счастливым в одиночку не может быть. Ему нужно и важно участие окружающих, без этого он несчастен. Соревнующих. Сколько я не знаю, не добрее нашего русского народа, правдивее всякого. Если общаться с ним правдиво, то он всегда обходится красиво. Духа и оплот. Понимает юмор в любых обстоятельствах. У него кинокомедии высшего качества. Берегись автомобиля, операция «Ы», бриллиантовая рука, кавказская пленница, джентльмены удачи.